своих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого. А прошлый трофей кто выиграл? Я трофей отдал Эльвире. Ты отдал? Окей. От блока пойдем. Как раз стоит удобно. Так. Тогда еще второй парольте. Продам свой ролл за 1000 голды. Кого? Свой ролл продам за 1000 голды. Смотри. Так, что там у нас состав? Забери себе. 2 ДК у нас есть, оптикс там потанчит. Филипп. Да пусть танчит. Да ты потанчишь, а эти просто нам загрипают. Все, а, все, кстати, и вся. Да, согласен. Хейлер говнюк, блядь. Как же плохо видно отсюда вообще. О, блядь, Гудлик. Ты не на того напал, но. Я пытаюсь все пули обмен кидать, а ты мне на ПКД его бросаешь. А я, блядь, поставил галочку отклонять обмен от долбоебов. Да, хрипатый. Эх, говнюк ты. Тут все мелики таунты, просто жмите, да и все. На бычка просто. А до этого мы сейчас трофей ролили. Или это что было? Это была шутка. Я и Северморт кидали ролл. Будут еще трофеи. Каждый получит. Там сколько у вас? 5 человек как раз? Ну вот каждый получит по трофею. Что вам, блядь, православную дорогущую рыбу надо, блядь? Эти же трофеи до 9 нужны? Да, ты 9-2. Около 4, по-моему, стоит. Че мы стоим? 4 трофея, одна шмотка, Т2, Т9. Так, играем череп, потом трусы. Одна шмотка, Т9-2, это... Давайте офним флут и будем проходить дальше. Да, великолепно. Играем, перейдите первая метка череп, потом играем. Соответственно, по грипам. В начале гриппа это була. Була в две шмоте во фрост-стойке. С правой стороны идет еда вместе с оптиксом, оптикса хилит. А там викинг, оставь, пожалуйста, тотем на броню, для, чтобы на еду переагрились. Вот, собирает на себя оптикс, ставит их под щитом. Нам абула от центра гриппает череп, все, ближе не подходи. После этого гриппает хрипат, и стоим здесь ближе к доскам. Под таргет, который мы загриппали, мы отдаем сразу в лужу и сдаем брусты. Гера у нас откатилась, Геру мы отдаем спуку. По таргетам будем смотреть по приоритету, какие подходят, по контролям. Если, ну, по локу, ну, соответственно, по всем нужно будет раскинуть север. ДПС у тебя нет, раскинешь Красноярск. Это по кастерам, по всем, плюс хилам. По контролю поле паладина. Давай по контролю что дозорки. По магу отдаст контроль Void. Будет контролить его. А на нем метка есть? Да, на маге трусы стоят. Ага. Сову поконтролит тогда у нас Чика Бомбони. Ромб поконтролит у нас Дичь. Ну, остальных миликов, если вдруг они подойдут, тогда им любой друид может корни отдать. Плюс лужи будем разливать, будем их кайтить. Так, по хилам, если вдруг что, дорогу сядешь на хила, я тебе там заанонсу. На второго, если что, сядет Маркес. Давай, терча даю на готовность. Это про что было? Ну, про кики костов, если что, я просто скажу. Абула, отойди пока чуть-чуть назад. Верните ближе к доскам, когда оптикс побежит, тогда и этот. Все, оптикс, можешь пулять. Гриппай череп. Гриппат и сразу вот сюда к нам же. Все, еще один грипп. Все.
прохилил. Ревностно. Кто-нибудь заберу оттуда. Сейчас контроль дам. Прямо оверхили, как можешь. Все, чуть-чуть забрали. Назад отойдите. Все, ушли на нас. Уходят на нас. На меня иди. Дебил. Так, гриппы это никого не кидать. Давайте по рушке играем. Рушку играем, крестик играем. Опа, иди сюда, мразь. Разливаем лучше. Контроль раздайте. А, Даргул, сядь на Каифу. А, там дают ветра. А, Маркес, сядь на звездочку, на шамана. Сука, кто циклоны дает в рушку, блядь? Рушку не надо контролировать, рушку мы бьем. Доигрываем по рушке, играем после этого мага. Трусы. Хуй полечили. Зорко подняли. Давайте. Нет, трусы играем. Трусы. Ну, так маг трусы. Маги всегда в трусах, блядь. Блядь, пожалуйста, давайте вот по поводу этих смен правил. Гагаснип, если ты тут, блядь, после рейда пообщаемся, блядь. Ну, если ты, блядь, какие-то новые истории придумываешь... Мне не кайф тебе отвечать каждый раз, блядь, что за хуйня, блядь, у вас. Что за привычка? Кто, блядь, правила менял? Какие нахуй правила? О чем вы, блядь? Типа, хоть какую-то аргументацию приведите, блядь, они где-то насрали, блядь. Заебало меня уже, это хуйня. А були ГП надо? Мати спел дайте. Ну да, конкретики не было. А було вообще меня? Меня в прошлом рейде не было, я не знаю, кому вы там что отдавали, я даже не следил. Я уступил людям, которые лутают шмот. Мне, если на хате, тоже ничего не нужно. Но я при этом хожу и не ною. Брали. Контроль раздайте, вижу, контроль это нормально. Лужи раздаем. Отбегайте от вара. И танкуете его. Гудлик побежал, Гудлик прохильте. Уйдите от меня. О. А? Чего? Смотри, как Маздина выглядит, на тебя похож. Такая же конченая. Давайте доиграли до пока Ифи, доигрываем после этого по сове, потом играем по уроге. Лужа сейчас раздам еще одну сторону. Маздина, луну играете? Шамана давайте.
Ну, фитра паладина поднимайте просто, или там косты кикайте. А, вара, не танкуйте. Лужу раскинул. Я ДК слепшотом закрою. Все. Да. Не получилось. Да, не получилось. Да я подержу. Да. Тут просто таунты пока дожмешь, да и не бьет вообще. Пара после этого играем. Да ты можешь его в толпе даже держать, ничего страшного. Только вар остался? Да, вар и ДК остались только. Угу. Да, свожу просто. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Кто-то его убейте, там Вальки сагрятся. Не-не-не-не-не, в ВВК не пойдем в пизду. Я, блядь, эту хуйню релить не буду и сам я туда не буду. Я согласен с тобой. Это до нахуй сейчас не нужно, блядь. Пускай вот будет Дон, Пьорн, типа, без обид, но... Я ебал, вы, блядь, тут нахуй себе, не знаю, блядь, ведете как... Трофей, рольте. Забери себе лот, да, и типа потом... Фанка? Так, у нас, да, давайте, нам нужно будет два танка на ловлю сфер. Ой, потанчит у нас босса два ДКшника, оптикс половишь, плюс стоматолог, спекнись, пожалуйста, будь так добр. Оптикс будет с внутренней стороны, с внешней стороны стоматолог, спину так чуть-чуть, по чуть-чуть прикрывайте. Ну или я просто возьму, с этим буду бегать. Так, мне еще тогда черную взять? Ты берешь черную, танчишь белую, а хрипаты тогда берет наоборот. Ингруда хват. Плащ боешный. Бля. Ну. Вообще да, плащ надо было бы это. Ну, типа, если оденет, тогда нормально. Не, ну если одень одеваешь. У него говно плащ, он скорее всего одевать будет. Пусть оденется. Конечно будет одеть, у него с рыбака, блядь, плащ. Так, на кого истерию кинуть сразу, давайте. Да, Гудвик. Балабола кидай по этому, писякошке, а хрипатый по чеке кидай. Да Ник, ебанутый, сделай себе просто пися, блядь. Ты себе просто пися сделай, Ник, блядь. Так, ладно, все, выбрали флут, давайте, РЧ на готовность на пул. Пуляем быстрее, нужно закончить эту хуйню. Да, согласен. Все, все готовы? Давай, иди сразу пуляй. Давайте, петь. Станьте ближе, метку нормально станьте. Еще под босса станьте, немного все.
Ну чё за хуйня? Бам! Три в рейд. А, падайте, я побегаю сзади. Я сзади ловил, типа, и сбоку ловил. Ну все, стоп, не дихил, быстрее умрем, быстрее начнем по новой, быстрее пройдем. Это вы в обычке? Да. Можно я Гудлику отвечу на этот вопрос, блядь? Дорогущий ребл. Да, было поставь. Потом после реда скажи, сколько тебе нужно будет вернуть. Вернем с ГБ. Рыбу поставили, ешьте. Я на голову энтузиазм. Була, у тебя КД обычка, кара? Нет. Пойдем после рейда? Да, заанролим мне руки. Да похуй вообще, все заанролим. Заанролим вообще все токены. Все, так, кому что не хватает белоча, 3 бафа сдайте, 300 бафа не хватает. Каски по друидам. Крестик помогал. Там, там тоже НПТ нужно. Вообще на готовность. 300 баф дайте. Угу. Идеально, возьми еще, пожалуйста, портал. Ты не взял черненький. Умница. Була, валик, пожалуйста, крыльями в портал не ставь, чтобы мы дыхнуть могли. Угу. Дайте 300 баф. А дали уже? Только что дали. У меня нету его. Есть. У тебя отображение просто сломается. Ебаный эксперл, нахуй, ненавижу. Так, все, давай. Все готово, гуляй. 3, 2, 1. Аминь меткой белый. Вообще все зависло. Килься. Пока еще терпит. Поменяли цвет. Цвет сменили, все. Ловим темные сейчас, что ли? Что за БР? Переводи сейчас. Переводи. Договор. Бьем также, продолжаем.
Переключили. Играем в светлую. Ловим противоположное, белое не пускаем в рейд. Переводи сейчас. Стоим так, продолжаем. Маст сейв сдайте, в меня оверхилы каплю, в невера сзади стою. Да. Все, хорошо. Все, добиваем босса. Забираем приговор, идем дальше. Ага, конечно, приговор. Размечтался. Приговор. Опа, привет. Да, две сразу. Аким, ты что гавкаешь? Успокой. Начислите за провокацию, будь. Я уже предупредил, что по поводу всей этой хуйни будет сейчас даваться ГП, так что, ну, пока что сотку лепи, исполин. В том числе всякие хуйню сейчас в чате вижу, то же самое. Тем сотку начисляем. Заебали уже. Ноги роли. Я уже в ретрик аспект назад. На пули тоже сотку сразу нашли. Что? Да я, блядь, просто мискликнул, я хотел написать F dead. Типа F умер, блядь. Да, да, да. Я не дед хотел написать. Написал, ты написал. А что он написал? F dead, да. Что-то непонятное. Ты знал английский? Догадайся, что он имел в виду. Я не знаю. Зачем? Ну и ладно. Если вы, блядь, в каждом слове уже видите Гудлика деда, блядь, вам надо дружно в больнице. Ну, больница не больница, можете потом мне претензии эти все предъявлять. Я так решил. Потом можете Бьорду, Донту говорить, что типа я лобарёк. Трофей роль. Лёд нажми. Вагон. Может, и лёд нажали, блядь. Ну, не нажмёшь, не мужик. Пиздец, Гудлик, не скинешь Альмерии, блядь, фотку своего пеструна, блядь, без чехла, нахуй, не мужик, блядь. Я бы нажал. На пеструн? Ты чем тут умерил вообще? Да потому нет, что он за 100 тысяч голды готов и скинуть, блядь. Он секси-троллю хочет. Секси-троллю будет. Корнишон, блядь. После рейда давайте вот это все продолжите. Давайте добьем босса, потом уже будете рафля на свои закидывать. С Новым годом! В два танка идем. Одного забирает на себя. У нас два гриппа как раз идеально будет. Да, да, да. У нас одного забирает Абула, а второго забирает Хрипатый. Их быстро уешим и играем по боссу. Будем свичиться в него. Закапываемся. Первую лужу у нас на загрипает тогда Абула, который будет лед. Прям гриппы по центру. Я вот. Вторую я разобью на дальней стороне. Звездопад можно давать? Нет, звездопад нельзя. Ну, третья фаза. Давайте фул рыбак. Да. Кого у нас там не хватает? Булок прокурора. Рыба православная нужна? А католическая есть? Неси протестантскую. Турки, у тебя проблемы? Какие проблемы? Так, давайте, кого-то мне хватает, торчи на готовность.
Бобом расскажи, может, ты что там уже двое решили. Да, Бобом, давайте так сделаем. Первый Боб у нас отдаст еда. Вот, все равно на перфаске хилить не нужно будет. Потом второй Боб будет от Флэша. Третий Боб секси-тролль, четвертый Оптикс. На верхнем Боб. Ок? Да, ок. Давай, Арчи, опять. Все, надеюсь, все услышали. Так, все готовы? Давайте, там имитированный ДБМ в виде голоса. На счет один можно будет пулять. Три, два, один, пул. Ой, я без. Поставь на лужу. Два моба идут. На пул сдайте. В Пизикошка Фурипатова, а я... На пул уже был босс. Затаунтите на себя. Затаунтите на себя. Нормально. Мобов играем. Давай я обоих на себя заберу. Блять, второй закопался, похуй, ничего страшного. Поражаем бить босса. Ну, моба заберите, сейчас еще придут. Да, играйте по боссу пока что. Все, мобы выходят, гриппы готовьте. Хрипатова одного напуливаю и играем по мобам. Играем по мобам сейчас. Все, играем по мобам. Никуда выходить не надо. А, блять, сложила. Падайте. Три моба — это уже перебор. Да я понял, хорошо. Ничего страшного. Сейчас по новой взял. Ну, можно хрипатова 4-4 есть. Нужно более ближе к центру ложи моба ставить. На краешку. Да. Падайте, я масс-рез дам. Я масс-рез дам, я умею. Красава, бо. Да. Моба, старайся. Не бегайте. Подойдите ближе к мобам, пускай они вас загрызут. Не тратьте, пожалуйста, время. Типа и так очень долго идем. Да не закопались. Православный масс-рез. Смотрите, показываю. Если. Во имя Если кошка на тебя не занимается, можешь сразу вставать. Ну, до кого не дотянулось, тот лох получается. Вичкэш, Гудлик, стоматолог, Бич. Что такое с бичом? Я сообщение пишу. Бич на месте. Вылетел. Давайте потом вы сообщение свое попишите. Пожалуйста. Ой, добрый. И с рыбы, блядь. О, брат, с Нового года. Вся хуйня стоит на нем. Садимся есть рыбу. А где? Зорки, убери Елену. Это Соза. Офните, пожалуйста, флут. А, сдайте ребафы. Едим рыбу. Через 5 секунд до торче. Давайте, кому там чего не хватает, белый чат приписывайте. Либо в рейдовый уже похер куда. Даю верче. Если вы подтверждаете, значит у вас все готово к полу. Кто у нас вышел? Все тут. Все тут. 4, 3. Так. Неплохо. Пойдет, ладно. А булопси? Хрипаты сзади лужа. Лужа, заведите босса. На пол отдаю Хрипатова. Я дальнего заберу. Хорошо. Ставьте ровно в центр лужи и свичаем сразу.
Свичим похуй на нуба, играем по мобам. Возвращаю на лужу обратно. Моба. Ребят, в чем проблема сыграть по мобам? Хуя ли нуб убежал? Да там зорки просто. Архицыганин, босса украл. Тихо. Сейчас первого моба я грипну, второго на пулите. На пулю. Ближнего, который идет. Я заберу. Грипай. А второго я напуливаю. Я разбиваю тут рядом сферу. Я сразу моба скрипатого забрал, что, по-моему, я не делал. Ничего, просто убейте второй таргет и все. На противоположную сторону сейчас на кого кинется, убегайте из лужи, выйдите, дайте туда эбэшную расовую лужу. Все, хорошо. За зорким бежит, еда, ты боб сдаешь. Еда не даваем. Где боб? Череп, дайте. Беги, хрипатый. А, на нем КД? Понятно. Поднимите хрипатого, будет, подними, пожалуйста. А, на меня отбросилось. Отбежали все от Невера. А, мне... Флэш, да. Свой. Еда мне даст. Давай. Угу. Слушай, что тусуешься? Все, вылазит, а ну. Ближе к центру его ставим, я здесь лужу разбиваю, ничего страшного, он будет по центру стоять. Все, вот, урона под ним почти упала. На пула дал, дальнего забери. Абула. Блядь. Дичь Бэйр Оптикса. Абулу прохилили. Чикабомбо не понимает для бича. Играем по боссу. Если кошка в мелизоне на пулишах, а я на пулю когда-нибудь подходить. Чтоб никто не сорвал. На пулевой. На пулю. По мобам сыграли. Можно Старфола дать, уж похуй. Просто разбегайте по всем любым лужам, бегайте, главное не умрите. Давай я дам боб зорки. Не на мне уже. На Сузи, да. Давай я дам еще. А, понял. Все. Хорошо. Ты прыгнул. По мобам бейте, не просто бегайте. Эйлер. Я дам. Флэш. Ладно, похуй. Положим. Она два раза переключилась прям. Разбежались из центра, флэш сам по себе дашь, если у тебя есть. Забежал, все. Забежал и похуй. Я дам. Север, просто в лужу заходи, в любую. Я какая дам. Нравится тебе больше. Дали боб. Да, хорошо. Понимаю. Все, забегайте. Он ровно на лужу поставил. С мобами под мелизону подошли. Первый пак заливаем, потом даем гера убиваем. Мобов били в приоритете? На пул отдаем. Быстрее отбиваем таргеты. Стан, раздаем астан. Следующий мастан еще, давайте. Под жопу собрались. Не напрягаем хилов, рейд ниже держим. Добили моба второго. Все, играем по боссу. Морсты свои дали. Быстрее залить.
Идеально, если есть PR-тайп у меня по Optics. КД у него. Ниже рейд, спустите, пожалуйста, очень много хп у рейда. Типа, ниже 70 рейд, не вижу процентов. Еще ниже прямо опустите. Один, да, перестаньте там хилить. Эльвира Хелл, встань Лему. Имитируй Лема. Викинг Кэш тоже имитируй Лема. Да перестаньте, тут не надо. Вот вообще стопните хил, вообще уберите с панели, блядь, бейте его нахуй лицом, ногами. Ну что, блядь, упало. Нихуя. Без хуйня. Тут только это и падает. Пиздец, блядь. Трофей, рольте. Севера одевать, блядь. Все, я пошел, блядь. Счастье, любви, нахуй. А что такое? Одел ты меня? А что, кто против, что ли? Нет, я что-то плохое, блядь, сказал. Я уже как бы 221, сейчас еще колечко бы забрать. И вообще заебись. А у нас хуйро? Да, все, я не поведу ИВК, ебал я в рот. Что, ИП начислят? ИРО делал? Да, ИП. Исполин, начислят.